Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня у меня разборчик на канале вот этого вот кардиганчика, короткого, рукав 3/4, совершенно элементарного, в этом вы сейчас убедитесь, узора шишечки, вот этим. И связан он, по сути, из трех прямоугольников, все, сейчас я вам это все объясню и покажу узор, но я думаю, вы его знаете, но на всякий случай покажу. Значит, наше вязание, девчонки, состоит вот две детали рукава и одна деталь вот такая вот, вот такой вот прямоугольник. Поверьте мне, на фотографии хорошо видно, боковых швов нет, поэтому здесь сгиб, разрезы на рукав и воротник вот таким вот образом у нас получается. Этот воротник просто отгибается, угол вот этот вот, и получается такой оригинальный, но простейший в исполнении воротничок. Значит, давайте, с чего мы начнем? Мы меряем окружность бедер и добавляем припуск этой окружности. Сколько припуск, это я бы не добавляла много, потому что кардиганчик все-таки короткий и он не оверсайз. Поэтому ну, 10-15 сантиметров к общей окружности, не к полуокружности, а к целиком, к, как бы, к этой цифре. И вяжем ровное полотно до точки проймы. Да, вот это полотно мы вяжем вместе. То есть у нас петли набраны одновременно на спинку и на две полочки. Припусков как бы внахлёст, чтобы полочка шла, я не вижу смысла делать, потому что застежки там нет и припуска нам не нужно. Нам не надо утолщение. Это подразумевается как летняя модель, я так вижу, поэтому никакого припуска. Значит, вот когда вы довязали до точки проймы, вы вычисляете ширину рукава. Почему удобно вязать шишечками этот узор? Потому что здесь нету вот этих вот плавных сокращений, которые неудобно делать на этом узоре. Да, действительно, это очень неудобно при этом вязание этим узором. Здесь же никаких добавлений, убавлений нет. Поэтому очень даже хорошо как бы вписывается этот узор и выглядит красиво. Значит, вот вы связали сюда, сложили пополам, вычислили ширину рукава, которую хотите, вычислили длину, длина 3/4, понятное дело, можно сделать и длинный рукав, это уже на ваше усмотрение. Вот, и вяжете по вот этим вот как бы своим расчетам ширину, считайте, сколько ширина, сколько длина, уже по готовому полотну вяжете два рукава. Далее, вот вы уже будете знать, сколько у вас половина ширины рукава. И здесь вот вы вяжете эту половину как бы ширины. Вот если и вот это вот отверстие должно соответствовать этой половине рукава, да, вот этой вот половине наперед, а это пойдет на спинку. И все, то есть здесь мы разделяем на три детали. Здесь у нас 1/4. Здесь 2/4 и здесь 1/4 всех петель. И довязываем до верху уже по отдельности каждую часть. Да, что хочу сказать еще, смотрите, чтобы число петель хорошо делилось в этих моментах при наборе петель. Соответственно, проверяйте количество ваших шишечек получаемых, вот как у вас получится. Далее сборка, значит, нам нужно сшить плечевые швы, это будет вот этот вот, вот эта вот часть придет сюда, и точно так же вот эта вот часть и это сошьются, и останется у нас вырез горловины. Здесь не надо делать никаких убавлений, никакого выреза, потому что опять же шишечки, это практически нереально сделать, поэтому мы просто оставляем здесь срез ровный и здесь два, которые на полочке он отвернется здесь и здесь, а здесь просто останется на горловине как бы вот такое вот отверстие. Соответственно, рукав сшиваем, рукав и вшиваем его в пройму. Все, все разборы, все все, вот и все, девчонки. Теперь узор.
быстренько пройдусь. Я думаю, вы его знаете, если вы наберете узор шишечки. У меня даже, по-моему, он был в одном из первых видео, там тоже эти шишечки. Значит, число петель должно быть кратно 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и плюс 2 кромочные. 1, 2. То есть у меня 14 петель. Это 2 раппорта. Я сейчас лицевыми петлями провяжу 2 ряда. Итак, первый ряд. Первую кромочную снимаем. Далее из 5 петель делаем 1. То есть 5 петель провязываем вместе лицевой. Далее 1 лицевая. Далее из 1 вывязываем 5. Таким вот образом. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. То есть 5 петель из 1. Здесь из 5 1, здесь 5 из 1. Далее снова то же самое. 5 из 1, 5. Ну да, 5 вместе из 1, 5. Все, первый ряд. Второй ряд. Он у нас второй ряд лицевой. Вот оно. То есть четный ряд у нас лицевой. Нечетный ряд, вот тут у нас, он у нас изнаночный. Поэтому вот так вот. Второй ряд лицевыми петлями. В этом узоре так. Лицевая сторона с изнанки. Так, третий ряд. Теперь в шахматном порядке. Там, где было 5 вместе, 5 вместе, мы делаем 5 петель. 3, 4, 5. И далее 5 вместе лицевой. То есть наоборот. 1, 2, 3, 4, 5. 5 вместе лицевой. Теперь, девчонки, так, и четвертый ряд, соответственно, изнаночными петлями. Теперь хочу сказать по поводу пряжи. Вот-вот образовалась шишечка. Вот, пряжа, любой мохер, спицы, так, тройка, четверка, я бы сказала, возможно, пятерка. Пробуйте на образце, вот какую, насколько рыхлую шишечку вы хотите, либо стянутое такое, ну, плотное полотно, так и делаете. Вот, девчонки. И вот так вот эти шишечки расположены в шахматном порядке. И полотно, кстати, смотрите, оно не плотное, поэтому любой мохер подойдет и будет смотреться достаточно так объемно. Ну и при том будет вещь очень легенькая, такая воздушная. Все, девчоночки, а на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.